Выставка-форум «Книги, которые меняют жизнь» открылась в Дальневосточной научной библиотеке. Ее приурочили ко Дню православной книги, который отмечается ежегодно 14 марта. Несколько дней в Хабаровске будут проходить и различные мастер-классы, показы фильмов и творческие встречи с приглашенными гостями. Анастасия Привецкая с подробностями. Виктор Николаев оставляет автограф на одной из своих книг, которые представлены на выставке в научной библиотеке. В конце 80-х годов писатель воевал в Афганистане. Спустя 10 лет после возвращения начал писать. Все это время Виктор боролся за свою жизнь после тяжелого ранения. Об этом, а еще о войне и о своей семье он написал в первой документальной повести «Живый в помощи». 28 изданий разных стран выпустили ее миллионным тиражом. Я старался не касаться, знаете, вот прямо глубоко, чтобы это было все православие. Но везде проходит красная линия, что человек все равно вернется в храм. Война посылается не для того, чтобы человек пал духом, а для того, чтобы он раскрылся и показал настоящую свою и совесть, и мужество, и героизм, и любовь к родине. На выставке также представили православную литературу из фондов научной библиотеки и храмов Хабаровской епархии. Фонд редкой книги Христорождественского собора показал свою коллекцию старинных изданий. Одна из них – Библия 1893 года. Всего в фонде хранится около 30 редких книг. Эти книги дарят нам прихожане нашего Христорождественского собора. Вот на одной из книг есть подарочная надпись, что это дар от рабы Божией Нонны Савиновой. Вот эта Нонна Савинова в 1991 году она подарила около 5 книг, вот таких довольно старинных для библиотеки. Вот так она их подписала. Первой печатной книгой на Руси стал богослужебный апостол, который написал Иван Федоров. Известна даже дата ее издания – 1 марта по старому стилю. С тех пор был установлен день празднования литературного события 14 марта по-новому. По словам организаторов, православная книга имеет не только духовное содержание. В первую очередь это про культуру слова. У нас замечательный сейчас спектр книг, у нас очень много авторов от детской литературы до взрослой литературы. И у нас есть литература такая, которую даже мы назвали бы для отдыха, да, литература такого литературного направления, которое в моих паломничествах есть, да, книги есть, люди, путешественники описывают. Мероприятия ко Дню православной книги в Хабаровске продлятся до 19 марта. В Дальневосточной научной библиотеке и Хабаровской духовной семинарии состоятся творческие встречи, мастер-классы и показы различных фильмов. Анастасия Привецкая, Вячеслав Банчужный, телеканал «Губерния».